офисе. Она несколько часов плакала в админке. К себе Везус пришел, посоветовал сделать хороший шаг первый. И ты пошел за цветами. Не ты побежал в первую очередь ее возвращать, загаривать, там, не знаю, просто мириться, обнять, поцеловать свою женщину. Ты пришел, она растаяла. Но тоже могла начать выделываться, убегать, уходить, вот как ты сейчас. Да, она пошла на встречу. Это же мой косяк был, в принципе. За прошлые дни, естественно. Ты вчера человек, который сам говорил, что я был неправ, и реакция была, когда я... Да, но не нужно меня во всем виноватым делать. Да кто тебя во всем виноватым делает? Да кто тебе сказал, что ты во всем виноват? Кто? Я сказал, что ты во всем виноват. Это твое восприятие мира и мироощущение. Это ты воспринимаешь... Орешь! Ты устала! Просто... Вот. Вот опять! Вот что ты делаешь! Вот маты эти! Ты же понимаешь, что он действительно все усугубляет. Просто какие-то невероятные масштабы. Это невыносимо. Жить с человеком, который считает то, что мир говно, невозможно. В какой момент он стал вот таким, я не знаю даже, как назвать, подобрать его слово, он ворчит. Он действительно весь мир ему должен. У него реально жизнь трагедия. Я тебя делаю.